Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодежи. Так как эта дата не является выходным днем, рассказовцы отметили его накануне, 26 июня. На летней площадке киноконцертного зала «Смена» чествовали представители молодежи, которые принимают самое активное участие в жизни города. Настроение всем гостям поднимали творческие коллективы города и гости из города Тамбова шоу-дуэт «Нестройные». Благодарственными письмами от главы города рассказывал Алексея Колмакова отметили лучших представителей молодежи. Самых активных участников культурной жизни города – представители медицины, молодых специалистов военкомата и студентов индустриально-промышленного техникума. Администрации города и городского совета народных депутатов награждается Бурашникова Анастасия Сергеевна, врач-акушер-гинеколог Рассказовская ЦРБ, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с праздником Днем молодежи. Я вручаю Анастасии Сергеевне и хочется мне задать вопрос. Все-таки есть будущее у молодежи Рассказова? Конечно, есть, и большое. Рассказовская молодежь занимает активную жизненную позицию, поэтому благодаря конкурсам, олимпиадам и акциям о нашем городе знают далеко за пределами Тамбовщины. Всех присутствующих молодежь Рассказова я искренне поздравляю с этим праздником. Живите, творите, развивайтесь, но делайте все по чести и по совести, и тогда вы нужны будете нашему городу, нашей области и нашей великой стране. С праздником вас! Лучшая молодежь Рассказова! Государство уделяет молодежи особое внимание. По программе «Молодежи доступное жилье» за последние 6 лет более 100 рассказовских семей получили финансовую поддержку для приобретения собственного жилья. В 2016 году рассказовские школы выпустили 151 выпускника. Из них 27 получили медали за отличную учебу и грамоты за творческие и спортивные достижения. Ты также окончила школу. Куда путь ты держишь и чем будешь заниматься в ближайшее время? Планирую остаться в своем городе. Праздничную программу продолжили показательные выступления воспитанников школы кёкусинкай карате. Для гостей праздника с хореографическими и вокальными номерами выступили молодые участники творческих коллективов города. На летней площадке нашлись развлечения на любой вкус и возраст. Самые маленькие были увлечены батутами и аттракционами. А кто постарше, наслаждались выступлением рассказовской команды КВН «Шальная». А вот тебе бы подкачаться не помешало бы. На, ты как сборная России по футболу. Вроде тренируется, что ты делаешь? Алин, ну перестань. Между прочим, специально к лету я качался. Вот посмотри, какие вены на руках. Даже на ногах вены есть. Зюсь, это варикоз. В завершении вечера на сцену вышли долгожданные гости – дуэт «Нестройные». С первых минут своего выступления они смогли создать зажигательную атмосферу. Диалог с публикой и попурри из известных молодежных песен задали настроение всем присутствующим. Хорошо? Хорошо, тогда хорошо. А ничего, что я так много говорю? Какие вы добрые, какие вы гостеприимные. Да поехали! Улыбалка! Екатерина Студенова, Алексей Горелкин, новости ТВ Рассказово.